Телевизионная служба новостей украинского телеканала 1+1 в выпуске от 20 июля и телеканал Эспрессо ТВ утверждают, что силы народного ополчения препятствуют работе экспертов и не допускают их на место крушения малайзийского Боинга 777. Все вказує на те, що бойовики спеціально тривалий час не пускали на місце трагедії міжнародних фахівців. Однако в докладе ОБСЄ от 21 июля по ситуации на месте крушения говорится, 20 июля сотрудникам миссии был предоставлен полный доступ к основному месту аварии, который до этого был соответствующим образом оцеплен. Поиск погибших продолжался. А уже вечером 21 июля бортовые самописцы были переданы представителям Малайзии. В украинских медиа появилось сообщение Службы безопасности Украины, в котором говорится, что по приказу России все ЗРК «Бук» якобы вывозятся с Украины обратно на территорию РФ. Однако сообщение было проиллюстрировано скриншотом из видео, снятым еще в марте. Более того, на изображении изображен «Бук» украинской армии. Это видно по его серийному номеру. На мартовском видео украинский «Бук» был под 312 номером. И на сайте СБУ появилось фото, где «Бук», на этот раз уже якобы российский, также промаркирован как 312. За моєю спиною знаходиться будівля, яку два дні тому обстріляли озброєні сепаратисти з Донецька. Заявление українських медіа і київського правительства о том, що прокиївські сили не обстрілюють мирні цілі, оказались відкритою ложью. Так, наблюдатели ОБСЄ в Луганську підтверджують, що огонь української армії ведеться по мирним цілям. За останні кілька днів я убедився в тому, що бомбять исключительно по мирним цілям. Дома, фабрики, квартиры. Эти люди ничего не делали, они просто живут здесь. И что они получают? Вот эти осколки. Называется, украинская армия пришла нас защищать. Кто это защищает? Так,